Приветствую всех на своем канале, как я всегда говорю. Сегодня хотел рассказать про одну штуку. Штуку, которая меняет мою жизнь с каждым днем. Ребятки, я начал худеть. На данный момент мой вес составляет 117 килограмм. Когда я это все начинал, я не верил в это. Но и потому что я скептик, но я скептик-экспериментатор. Занимаясь бизнесом в интернете, я тоже, можно сказать, не верю. Первоначально я не верю никому. И это нормальная защитная реакция нашего организма, нашего мозга, чтобы не верить. Но, тем не менее, получилось так, что один знакомый бизнесмен, инфобизнесмен, нам предложил бизнес. Я подошел к своей жене и показал ей. Она сказала, может быть, потом. Но, тем не менее, через какое-то время, поизучав материалы, мы решили попробовать. Первый месяц мы закрыли квалификацию. То есть, расскажу в двух словах, что там можно сделать. Во-первых, покупая товары, даже если вы зарегистрировались покупателем, вы с первых покупок сразу можете получать 3% скидки. Если вы будете приобретать дальше в этом магазине, вы будете получать скидку от 3 до 10%. В чем интерес, вот мой интерес, именно зарегистрироваться там как менеджер? Как менеджер я там зарегистрировался, я получаю свой кэшбэк. То есть вы получаете проценты, там 3, 5, 7, 10%. Я получаю обратно свой кэшбэк. Кэшбэк это возврат средств. Например, купив в этом магазине на сумму, например, по-моему, если я не ошибаюсь, 5 тысяч рублей, назад мне на счет возвращается 500 рублей. Купив в этом магазине на 8 тысяч рублей, на счет мне возвращается больше 1000 рублей. Вот так вот, оздоравливаясь, мы получаем свои деньги. Ну и можно там выполнять свою квалификацию и дойти до квалификации 3 звезды и получить Mercedes от компании бесплатно. Решать вам. Во-первых, это бизнес без вложений. Вложений вы никуда не вкладываете. Вы покупаете продукцию, пользуетесь ей, пользуетесь кэшбэком, который вам предоставляют. И тем самым продвигаете себя. А пользуясь продукцией, вы еще, получается, советуете своим друзьям. Советуете своим друзьям эту продукцию. Люди либо идут под вас менеджерами, либо остаются покупателями. И покупают там продукцию, а вы получаете за это деньги. Согласитесь? Это приятно. Чем вот вы ходите в какой-то магазин сетевой, покупаете, вам якобы там написано скидка, а скидки никакой нет. И какой еще вариант есть расклада вот в вашей жизни? Вы регистрируетесь менеджером, покупаете продукцию, советуете ее друзьям, строите свою структуру. И через год, через два ваша зарплата может вырасти от 100 тысяч и выше. И это не сказки, многие люди уже получают, и 15 тысяч рублей можно свои получать уже в первый месяц, как дополнительный доход. При этом вам не нужно бросать свою работу, основную, вам просто нужно пользоваться продукцией. В магазине представлен широкий вот ряд такой. Там есть продукты для похудения, продукты, то есть косметика, и есть товары, которые вам нужны по дому. То есть это средства для мытья посуды, средства для протирания ваших очков и мониторов, телевизоров супермодных, которые вы купили, чтобы на них пыль не оседала, и так далее. То есть
Все это достаточно качественно, и всем этим мы пользуемся в своей жизни, и вы пользуетесь. Также есть чаи. Чаи, кофе. Употребляя чай, я думаю точно, что все из вас пьют чаи. Все чаи пьют и кофе пьют в ежедневной жизни. И получается, что вы не будете же утверждать, что ваши знакомые вот эти продукты не покупают. Вот по своему мнению могу сказать одно, что чай и кофе, которые продаются в этом магазине, они 100 раз качественнее. Потому что я знаю качественный продукт, много я перепробовал кофеев, чаев, которые продаются в наших сетевых магазинах, и много продуктов, которые какое-то далекое время я жил в Мурманске, и вот чаи и кофе мне привозили с Финляндии, с Норвегии, и поверьте, это две больших разницы. И практически цена не отличается. То есть можно, конечно, покупать чаи, чай, кофе по низким ценам и пользоваться вот этим, как говорят, мусором, который остается именно от чаев, от чая, от кофе. Также есть там зубные пасты, есть гели для душа и все остальное. Так что решать вам. Для того, чтобы заниматься сетевым бизнесом, вам не обязательно что-то делать, там бросать работу, бросать все и вкладывать куда-то деньги. Просто пользуйтесь продукцией, приглашайте друзей и растите. Растите до тех возможностей, до которых доросли мы с своей женой. На этом заканчиваю. Всем привет. Ссылочки на магазин и на регистрацию менеджером будут под этим видео.